Не новостью единой, да кадром красивым славны раменские журналисты. Они и покажут, и расскажут, и праздник проведут. В честь Дня города по традиции прошли массовые гуляния на площадке СМИ. Вот уже несколько лет подряд мы собираемся на площади молодежи, приглашаем сюда жителей города, гостей города, обязательно детей, потому что в первый праздник, предусмотрен для них, мы устраиваем детские конкурсы, раздаем небольшие подарки. В этом году мы сделали акцент на годе кино. Мы пригласили сюда продюсера проекта «Переменка». Сейчас, в данный момент, он снимает пластилиновый мультфильм. Конечно, он привлекает к этому присутствующих здесь детей. Концертную программу организовал фестиваль музыкальный «Река радости». На площади молодежи собрались представители всех СМИ города. Информационные агентства, газеты, телевидение, интернет-ресурсы. Поздравить Раменское с 90-летием пришли корреспонденты, операторы, фотографы, все те, кто ежедневно рассказывает, показывает, выясняет и объясняет. Дорогие раменцы, поздравляю вас с праздником, с 90-летием города. Это круглая дата. Всем хочу пожелать процветания, любви, добра и мирного неба над головой. А для СМИ? Для СМИ Раменского района я хотел бы пожелать, чтобы был всегда постоянно профессиональный рост. Вот. И новостей интересных, хороших, добрых побольше. Праздник для детей и взрослых, для всех раменцев. Для тех, о ком рассказывают и кого показывают наши журналисты. В этот день между героями и авторами нет объективов и блокнотов. В родном городе все знают друг друга, и это совместный праздник, прямое общение и своя особенность. Особенность такая, что непосредственно приходится смотреть в глаза тем людям, о которых ты пишешь. Это накладывает какую-то ответственность? Конечно, тебе сложнее сказать, когда ты по этой земле ходишь, по которой твои же герои, ты уже не так можешь скривить душой. В основном, какие сейчас актуальные проблемы в Раменском районе, которые СМИ освещают? Да такие же, как везде. В общем-то, дороги, жизнь повседневная, недостаток денег. Такие же, как и все страны, проблемы. Ну, чтобы дальше город процветал, развивался. И хотелось, чтобы, вот я помню, у вас была команда «Сатурн». Она сейчас есть во второй лиге, да? Вот чтобы она опять вернулась, может быть, в премьер-лигу. Потом, чтобы театр здесь какой-то был, свой городской. Вот здесь есть один или два народных театра, чтобы один вырос до профессионального, дорос. Отгремели салюты и прошли торжественные мероприятия. Но юбилейные празднования продолжаются. А самое главное, Раменское идет дальше, и о том, как будет развиваться его история, всегда можно узнать из местных СМИ. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».